К другим темам. В прошлом месяце в Заволжском районе распахнул свои двери торговый центр «Есенин». В честь долгожданного открытия в это воскресенье всех жителей Твери пригласили на семейный праздник. Побывала там и наша съемочная группа. По случаю открытия торгового центра «Есенин» состоялся семейный праздник. Для маленьких гостей подготовили новогоднее представление со сказочными героями и Дедом Морозом. Официальная часть началась с перерезания красной ленты и поздравлений. Этот праздник мы ждали давно, потому что у нас идет обширное строительство. На сегодняшний день построено 13 многоквартирных многоэтажных домов. Поэтому жильцам нужен был этот объект, торговый объект, чтобы могли люди приходить, закупать продукты. Среди гостей был и российский актер театра и кино Дмитрий Быковский. Доброго здоровья, улыбок. И когда приходите в этот центр, приходить всегда с хорошим настроением, а уходить еще с лучшим настроением, приобретая какие-нибудь покупочки. Современный торговый центр «Есенин» площадью 4000 квадратных метров расположился на территории двух жилых кварталов «Заволжский» и «Есенинские поля» крупнейшего застройщика группы компаний «Новый город». Теперь под крышей этого торгового центра находится все, что нужно современному человеку. Продуктовый супермаркет, аптека, магазины одежды и многое другое. Мы показали, что качественно строим не только дома, но и объекты коммерческой структуры. Это же очень важно. Наш современный покупатель, он очень требовательный. Помимо качественного жилья, ему нужно создавать комфортные условия. Именно поэтому мы сегодня открыли замечательный большой наш торговый центр «Есенин». Идею открытия торгового центра «Есенин» жители встретили с восторгом. Все этого долго ждали, все очень радовались, когда узнали, что здесь будет открытие. Поэтому мы все очень-очень в восторге большом, будем сюда ходить каждый день. Это очень приятная новость была для нас, потому что ждали. Для тех, кто замерз, внутри торгового центра «Есенин» была организована развлекательная программа. Мастер-класс, аквагрим, анимация и викторины. Посетители, совершившие покупки в этот день, смогли принять участие в праздничной лотерее и выиграть подарки от партнеров праздника – салонов связи МТС, группы компаний «ВИП-Авто», сети АЗС «Опти», городского курорта, новые термы, а также салонов и магазинов торгового центра. Этот день надолго запомнят местные жители. Впрочем, впереди их ждут новые открытия, в том числе появление оздоровительного центра «Новые термы». А завершением праздника стало выступление известной кавер-группы «Любить бэнд», а также зажигательные танцы от хореографической студии «Триумф» и ансамбля «Слава».